Итак, всем привет, это прохождение игры Uncharted 4 Путь вора. Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Генри Эфери, 1694 год. Прохожу игрушку первый раз. Ни разу не проходил Uncharted, решил попробовать. Что это? Черт. Вроде все хвалят. Это очень плохо. Эксклюзив на PlayStation 4. Эй! Они догоняют! Да я знаю, знаю! Так жми! Прости, Сэм, но быстрее я уже не могу. Господи, так, R2 ускорение. Гони к острову. Да, пытаюсь куда-то гнать. Камеры крутить тоже понятно, что тут делать. О, сколько там катеров. Эй, придурки. Ой, да он нехило большой корабль. Крышу аж разорвало. Вау. Ну, немного поплаваем. Очередная киношка от Киностейшн 4. Ничего, если бы в лопасти это замололо бы. Да вижу, я тебя плыву. Ой, кажется, я не туда стреляю. Еще в интерфейсе тут пока еще не разобрался. Так, присядь. Еще. Ага, стрелял каждую, каждый по переменке подъезжает. Да, гони, гоним. Да, почти ничего не вижу. Одни скалы впереди, как много. Ох ты, какая лодка! Натан. Натан. Ну что нам с тобой делать?
Наверняка сам устал от нотаций, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, а все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Маленький задира. Почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем же? А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Сэм! Вижу. Так и так. Полезли. Ой, скользко. Не пройти. Так, тихонечко. А это не наша задача, помогать таким мальчикам? Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? Что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что, я поговорю с ним утром. Хорошо? Доброй ночи, отец. Доброй ночи, сестра. Надо к тому окну. Да, туда еще как-то надо и пробраться к этому окну. Ну давай, двигай, сестра. Она еще и курит стоит. Сестра Кэтрин,
Я опять забыл ключ. Не могли бы вы открыть ворота? Иду, отец. А мы пока проскочим, пока ты идешь к нему. Почти на месте. Ой, чуть-чуть. Оба, чуть не оборвался. Сэм? Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил мне лезть на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну. Да, придется сделать небольшое исключение. Давай, хватайся за руку. Ничего себе, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Как-то тут пусто. Где вообще все? На экскурсии. О, это я помню. Экскурсия, черт бы ее побрал. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Сюда. Легкотня. Все как всегда. Двери закрыты. Я... Вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. Воу. Теперь идем поверху. А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Теперь ты. Значит, надо левее. Все как в Ларе Крофт. А ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас мы вместе.
он не рискует, тот не бьет! Поменьше думай! Ты сможешь! Пошли, Нейт! Держу! Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Не отставай. Но клёво же. Ага, ещё как. Сюда. Я сейчас. Теперь прыгаем. Ага. Аккуратненько. Потихоньку. Упс. Это ведь не грех? По-моему, грех. Готов, Тарзан? Ага. Ну, вперед. Вот так с детства они и привыкли к этому. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. Уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. Жди тут. Смотри и учись. Неужто здесь нужно синхронизироваться, как в этом? Ты сможешь. Ну, прыгай. Не думай, просто прыгай. То он, Assassin's Creed. А нет. Поймал. Получилось. Какая огромная у них территория там. А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Серьезно? Да, серьезно. А я за тобой. Старший брат. Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Так. Так, куда теперь здесь? Ладно. После тебя. Теперь вниз.
Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Да ладно. Угу. Где спер? Эй. Ну, я, по крайней мере, там только один цилиндр вижу. Я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь через и... Через пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй, жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм, на том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. А, тут уже вырос. А, жесткую плюху. Меня так просто не возьмешь, приятель. Давай. Боевка чем-то напоминает этот The Last of Us, первую часть. ¿Qué tal esto? ¡Déjalo! ¡Gánalmelo! ¡Sí, chaspaldos! ¡Rúmpele el brazo! ¡Lucha como un hombre! ¡No! ¡Ten la presencia! ¡Rúmpele la cara! ¡Qué bien, papás! ¡Ja! ¡Dale una paliza! ¡Toma esto, pendejo! ¡Sí, Gustavo! Блин, до сих пор не понимаю, как тут бить-то нормально. Не блокировать, нифига. В одиночку. Увести. Его стоит сперанно ки, э?
Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Грасиас. Такой сон снялся. Эй! Ладно, полегче. Ладно, успокойся. Адово место.